Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня прошло прощание и похороны Петра Кучеренко, замминистра образования, мужа Дианы Гурцкой. Много сегодня уже было сказано, и было видно, в каком она состоянии находится. В другом состоянии она и не может находиться. Он был ее глазами, трогательная история любви, я уже говорил сегодня об этом. И вы знаете, я читаю сейчас статью Диану Гурцкую, подстерег новый удар после смерти мужа. Полный кошмар, пишут. Все дело в том, что Алла Пугачева поддерживала Диану Гурцкую и говорила, что всегда будет рядом, всегда будет ее поддерживать. Собственно, с этим и связывает ее, скажем так, успех в певческой карьере. Я читаю это из СМИ. Кто-то, если не согласен, то пишите в комментариях. Значит, пишут, Пугачева не захотела поддержать артистку в ее горе. Ну, здесь не совсем не захотела, другой момент. Значит, Диана Гурцкая 24 мая проводит Петра Кучеренко в последний путь. Видимо, чуть раньше писали, чем сегодняшний день. Вот уже все-таки она проводила. Причем рядом с певицей на похоронах не окажется человека, обещавшего помогать ей в трудную минуту. Пишут, что Пугачева обещала ей, что она всегда поможет ей в трудную минуту. И без того мрачный день для Гурцкой умудрилась подпортить некогда близкая подруга. Они очень близко общались. Народную артистку на прощание с мужем отказалась поддержать Пугачева. В окружении Пугачева заявили журналистам, что она лететь из Израиля в Москву не захотела. Алла Борисовна даже прослезилась, когда узнала о ее горе. Однако прилететь Пугачева не может. Тот факт, что сам Петр Кучеренко не пережил полета, добавляет тревожности. Ведь состояние здоровья самой Пугачевой нуждается во врачебном контроле. Ну, иными словами, она побоялась лететь, потому что побоялась повторить судьбу, что называется, Петра Кучеренко, учитывая, что он молодой мужчина, и вот такое происходит. А ее таскали под руки на прощание с Юдашкиным. Вот, собственно говоря, такие дела. Для Гурцкой, пишут, наличие Пугачевой было бы серьезным подспорьем. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.